Европа решила столкнуть нас и порт лбами. А война нам ох как не с руки. Поедешь к туркам, как посланник государя. Русские готовятся к войне. Это именно та правда, которую должен услышать султан. Сегодня под твоей властью полмира. Выезжаю. Проститься приехал. Один наказ исполнишь, другой будет. Османская империя призвана стать в мире ключевым звеном. Есть но. Российское государство. Полно, Борис Федорович, всюду врагов искать. Они сами нас находят. Я хочу, чтобы мне доставили дочку русского посланника. Ищите девку! Твоя дочь против грамоты, писанной вашим царем, нашему султану. Обмен. Самое важное — не допустить войны русских с османами. К сожалению, у меня нет людей. Есть раб нашего великого султана, правоверный мусульманин Али. Кто это? Это новая наложница, которую Ногайский хан прислал тебе в подарок. Необузданная русская. Ты настаиваешь на моей свадьбе? Тогда я женюсь на русской наложнице. Нет, нет, нет. Не этой, владыка, что делать дальше? Твоя душа принадлежит Аллаху, Богу. Аглан будет тебя учить, как правильно ублажать султана. Можно многих бед избежать. Ловец Годунову доставь. Если переводить с персидского буквально, шахмат. Верный мне человек говорит, что в Москве бунт зреет. Боярин народ мучит. Ты пролил слишком много крови. Крови не бывает много, когда речь идет о предательстве. Уже весной османские русские дикари начнут убивать друг друга. Вот так же будут гореть города русских. Все за власть грызутся, а я делаю дело. Годунов держится дерзко. Вали! Раз! Два! Три! Тяжело, когда тебя предают те, кого считал друзьями. Как могло случиться, что он увел из гарема мою невесту? Некому более на Руси править, а дела державные делать надо. В каждом вашем слове ересь. Господь рассудит.